мы собираем здесь не воду. Мы собираем здесь жителей Екатеринбурга. Вокруг возможности сделать добро. Простое, понятное. Это добро выражено у нас в воде. Называется акция у нас «Формула жизни». Собираем воду для Донбасса. Но мы приглашаем, чтобы каждый житель, большой, маленький, большой начальник или совсем простой студент, сделали одну бутылочку добра. Принесли и поставили сюда. Мы на себя возьмем, чтобы доставить, раздать. Сделать так, чтобы она оказалась в руках у тех людей, которым сегодня эта капля воды очень важна и очень дорога. А знаете, когда много людей делают, пусть даже по маленькому доброму делу, по маленькой капельке добра, мы становимся добрее, наш город становится добрее. Вот я бы очень хотел, чтобы через участие, приобщение к этому сбору воды, мы все почувствовали добро в своем сердце. И вот теперь у нас даже по всем храмам вот мы размещаем такие плакаты. Вот есть возможность отсканировать этот такой не очень обычный QR-код. Вот. И, соответственно, можно, не приходя, какую-то денежку пожертвовать. То, что ручки мы принесли, мы эту машину отвозим на запад. А то, что какую-то денежку пожертвовали, прямо там у производителя покупается вода, и она доставляется непосредственно сразу в госпиталя, в пункты гуманитарной помощи или в какие-то подразделения наших войск, которые там осуществляют спецоперацию. Вот так передаем от Екатеринбурга. Когда-то во время Великой Отечественной войны Екатеринбург фронту давал много как для победы. Поэтому называется город трудовой доблести. А вот сегодня мы тоже постараемся для победы добра над злом тоже маленькую капельку добра вложить.